Периодически все хозяйки вооружаются тряпками и швабрами и начинают генеральную уборку. Тщательно моют все углы, вытирают накопившуюся в труднодоступных местах грязь, а за всей этой суетой иногда забывают про цветы. А ведь листья притягивают пыль, покрываются слоем жира и прочим, появляющимся в воздухе приготовки пищи или ремонте. О способах очистки расскажем далее. Первое, что вам поможет, это влажная салфетка. Смочить при этом ее лучше не в воде, а тоники для лица. Такая процедура не только позволяет радикально очистить листья от любых загрязнений, но также придает им здоровый и естественный блеск. Можно протирать домашние цветы и кисточкой, но с мягким ворсом, очень нежно и терпеливо счищая пыль. В последнее время многие цветоводы широко используют средства для придания блеска листьям. Они обладают тройным действием – удаляют пыль, придают глянцевый оттенок и являются профилактикой против вредителей. Всего этого поможет достичь сахар. Его разводят в воде и далее смесью протирают растения. В этом случае главное не переборщить с пропорциями, а то ваши цветы будут липкими и доставят немало хлопот. Перед каждым очищением необходимо осматривать растения на предмет возможного заболевания, так как во время чистки вы можете с зараженных листиков перенести вредителя на здоровые участки. Поэтому при уходе будьте максимально аккуратными и внимательными.